Телевизионный сериал «Глухарь», появившись на экранах, побил все рекорды по популярности. Его смотрели целыми семьями и пересматривали в записи. Имена актеров запомнили и полюбили. Этот фильм открыл зрителям новые имена, а также с новой стороны раскрыл талант уже известных актеров. Покорила своей игрой Виктория Тарасова, которая до сериала была известна узкому кругу зрителей. Роль строгой начальницы московского отдела полиции Ирины Зиминой Тарасовой удалась зрителям. Полюбилась одновременно строгая сотрудница полиции и страстная женщина, которая никак не может приручить глухаря и завести в ЗАГС. Ирина Зимина живет одна с ребенком. Она всю себя посвящает своей работе. Ей не просто так присвоили звание майора. На ее счету много раскрытых преступлений. Она отличается рассудительностью, целеустремленностью и принципиальностью. Все эти качества ей присущи на работе. В отношениях с любимым человеком она не может совладать со своими эмоциями и чувствами. В фильме настолько интересный сюжет и актеры, отлично справившиеся со своими ролями, что сериал был признан лучшим в 2010 году и получил премию ТЭФИ. Актерскому мастерству Виктория Тарасова научилась в Щепкинском училище, которое окончила с отличием. Затем были съемки в рекламе и эпизодические роли. Привлекательную актрису заметили и пригласили вести программу «6 соток». Вместе с этим Тарасова начала работать в театре «Шалом». Здесь она трудится и по сегодняшний день. В начале 2000-х годов карьера актрисы пошла вверх. Ее стали приглашать на съемки в телевизионные сериалы, фильмы. Она стала соведущей телепроектов. У Виктории доброе и отзывчивое сердце. Она стала организатором фонда под названием «Помоги детям Смоленщины». Она сама помогает всем детям, которые нуждаются в помощи. Также актриса привлекает неравнодушных людей поучаствовать в жизни обездоленных детей. За это она удостоилась высокой награды – орденского знака «Пресвятая Богородиц, благодатное небо». Кроме этой награды, заслуги Тарасовой отмечены и другими почетными наградами. В личной жизни актрисе не везет точно так же, как и ее героине из сериала «Глухарь». Она очень рано рассталась с мужем и одна воспитывает сына Данилу, которому уже 22 года. Также ей приписывают романы с некоторыми актерами, однако все это остается на уровне слухов. Наверное, у каждого человека своя судьба. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.